Салютасион, дорогие друзья, с вами Дода, играем Империум Греческие войны, 67-я серия, поехали! Итак, на чем мы с вами остановились? Да, мы практически закончили разгром Македонии новой. На вот этом вот куске. Значит, тут осталось раз, два и три. И города. Окей, хорошо. Так, значит, мы их заберем, да, и дальше у нас здесь плывет флот, мы будем потихонечку готовиться к высадке. У нас еще тут, по-моему, готовится флот. Да, тут у нас тренер мы готовим. Ну, в общем, будем высаживаться. Да, окей. Так, камень у нас, ну, в принципе, теоретически есть. Попробовать взять. Я вот, например, город Лагания. Лагания. Смешное название города. Да, и мы берем город Лагания, отлично. Чиним и... ой. И меняем название. Лагания. Отлично. Так, ну этот город, наверное, в следующий раз уже возьмем. Кибелая. Ну да, тут он большой, у нас... там мне не хватит, чтобы сразу же его починить. Так что здесь пока что отдохнем. Так, эти войска мы будем чинить. Ну да, в общем, короче, и вот этот еще город, но это мы тоже. Так, я, кстати, вот сюда могу перейти, но больше очков движения пока не хватает. Ну, пока что вот так. Кисос, смотрите, а он помнит, 100% лояльность. Кисос помнит, кому он принадлежал, кто основал этот город. Под чьим он должен быть контролем. О, да, Кисос все помнит. Так, ну что? Здесь меня все устраивает. По-моему, у нас где-то еще были поселенцы. Да, тут у нас поселенцы. Работает уже. Ну. Ну да, окей. Ну что, давайте, наверное, ход. О, кстати, спартанское воспитание. Классная вещь. Давайте ее фигачим. Так, несокрушимость, отступление, дисциплина и захватчик городов. Вот. Два улучшения, правда, некоторые копейщикам, которым не нужно. Но тем не... давайте ход. Олимпера не сдохла до сих пор. Каким образом? Ну давай уже, добейте. Нет, ну это, конечно, отлично. Как Олимпера, просто сколько же она покладет этих самых ардийского царства? Этих самых... флота. Ой, не флота, а этих пехоты. Конечно, забавно. Так, город Кибелая в осаде. Влияние Новой Македонии в Кисосе растет. Но это... это не страшно. Так. На самом деле, я могу отсюда одного копейщика взять. Ну, давайте вот этого, который захватчик городов. Ну, будет прокачано. Мы его перевезем. Терялось добро. Так. Города тут продолжают чиниться. Так, ну чё, город Кибелая. Надо его брать. У нас 162 камня. Мы должны его взять и починить. Это самое главное. Победа. С первого раза не взяли. Не страшно. Блицкрик. Повторная атака. Отлично. Я не знаю, есть ли уже такой город. Кибелая. Кибелая. Белая. Ну ладно, в общем, как-то не знаю. Такое ощущение, как будто между А и Я должна стоять и краткая. Но и краткая уже есть. Так, ну и вот это беру. Город Прониас или Кронианиас. Я не успел прочитать. Пронаис. Пронаис. Да, и вот мы еще один город взяли. Чиним его.
найс. Отлично. Так, все остальные. Кинемся. Радует, что многие и так уже в хорошем, добром здравии находятся. Ну это так, я уж пользуюсь случаем заодно. Так, чинимся, чинимся. Такое ощущение, как будто у меня где-то здесь были какие-то города разрушенные, которые я так хотел восстановить. Я, по-моему, где-то нанимал того самого. Как он называется? Кочевник. Для этого мне уже приходилось. Так, ну-ка. Подождите. Самое простое — это просто посмотреть на количество кочевников. Да, вот, я в Медионе нанимаю кочевника. А для чего? Вот тут, по-моему, где-то был город. Да, вот же он, вот он. Вот где он стоит. Вот здесь надо город вернуть. Да, я его верну. Так, тут мы восстанавливаемся. Тут восстанавливаемся. Тут восстанавливаемся. Господи. Ой, тяжело, конечно, очень. Здесь восстановление. Так, ну все, окей. Тут мы, в принципе, остановились. Полностью. Дарида у нас, если что, окружена. Кикони у нас, в принципе, вот заклятый враг. И все, а все остальное у нас с Киконей хорошие отношения. Может, Кикони удастся миром присоединиться? Все же нам воевать да воевать. Так, тут... Окей, нормально, нормально, нормально. Окей, все. Меня тут все устраивает вполне. Так, что у нас по решениям? Нормально, количество рабов 33%, все маловато делать. Мы и так не поддерживаем от слова совсем. Минимальные госсубсидии. Но, в принципе, на самом деле, я могу уже еще один этот самый бахнуть на рабов. Тут у нас, по-моему... А, вот тут я могу. Рядом с городом Тейнарон. А тут? Но я могу вот здесь, на этом острове построить. Давайте. Дополнительно. И вот тут. Построил на мощёной дороге. Посмотрим, к чему идет. Давайте ход. Два еще дополнительных рынка рабов. Потому что рабов у нас мало. Не, напомню, что нам нужно от 30 до 50. То есть, ну, по-хорошему, надо держать где-то в районе 30, там, 5-40. Вот так, там, в этом диапазоне. А у нас что-то не особо. Государство Библики объявило нам войну ни с того ни с сего. Ну ладно. Не понятно, правда, нахрена? Как говорится. Воля ваша. Так, стоп. Каменоломня. Грунтовая дорога с городом до вас. Пожалуйста, грунтовая дорога с городом до вас. И мощёный. Спасибо. Я тут то же самое будет, да? Задание. Принц. Каменное, каменное. Каменное, каменное. Каменное, каменное. Грунтовое, грунтовое. Так. Блин, что?
Вперед. Прокладываем. А, стоп. Какому он это самое городу? Вот это. Городу Триакта. Может быть. Да, давай сразу до города Триакта. О, отлично. Так, теперь далее. Продолжаем лечиться. Господи, у нас столько войск на восстановление. Это, конечно, просто кошмар. Так, тут, по-моему, вот эта кавалерия, да? Да. И здесь. Восстанавливаем, восстанавливаем, восстанавливаем. Не особо это полезно, ну то есть, чтобы это приносит какую-то весомую, весомую... Не, ну типа... Так, тут. Сажаем. Второго я посадить не могу, да. Забрасываем флотилию сюда. Сажаем вот это на флот. На самом деле, вот эту кавалерию я похотел на флот. Так, как раз медик. Мы потом вот следующую кавалерию на этот флот посадим. Все, у нас будет три флота. Я три отряда высаживаю. Потом еще будем перебрасывать войска. Начинаем потихонечку штурмовать вот этот остров. Так, 33%. Господи, у нас мало-мало. И причем население такое ощущение, что оно как будто бы не особо-то растет. Не растет. Так. Мне хочется еще один рынок рабов построить, но это иллюзия. Так, ну все, все остальное мы сделали. Что у нас по госрешению? А, да, у нас, значит, это самое. Великая нам войну объявила, а мы... Ну, давайте предложим мир. Сразу же. Так, в принципе, меня все устраивает. Надежда на поддержку. Так, поднимаем боевой дух. Они почему-то надеются на то, что мы их поддержим. Что? Вообще-то мы с ними воюем, причем это они объявили нам войну, они. Хотя, в общем, я уже об этом говорил, что, в принципе, не самое интересное в этой игре воевать. В этой игре интереснее... У нас, кстати, между прочим, счастье уже маленький. В этой игре не особо интересно воевать. Гораздо интереснее дипломатическими усилиями включать свой состав государства. Играть в политику, играть в дипломатию. О! Против нас какой-то там этот самый вышел. Генеральчик. Так, Ледая, я согласен. Фибрикия продолжает с нами войну. Олимпера, оборонительный пакт и братья по оружию. Вот в чем проблема с братьями по оружию. Если они предложат нам, так сказать, воевать, то я не знаю. Ну ладно, давайте, в принципе, поддержим этот город независимый. Почему бы и нет, да? А если они объявят войну какому-нибудь нашему союзнику? Да, с другой стороны, вот что опасно. Тут искусственный интеллект не совсем адекватный. Он возьмет вот Олимпера и просто объявит войну, например, Киконии. Получается, что и я войну Киконии объявлю. Она мне нахрен не нужна. Так, все. Тогда карта, да. Ну, формально они ни с кем не воюют, да, но это такое дело, так что нет. Так, в городе Лидия, на территории вашей страны случилось землетрясение. Ой, блин! Это сейчас, знаете, сколько мы Ой, блин! Вот это очень хреново. Да, и у нас просто все города у нас разрушены, все. Твою мать. Это было... Это вот это плохо.
У нас еще и мосты повреждены. Так, значит, первое, что нам нужно сделать, это восстановить каменоломню. Каменоломни. Железные рудники. В первую очередь нам нужно восстанавливать то, что приносит ресурсы. Да, тут это бывает, и вот оно, друзья, это случилось. Все, нам теперь с вами несколько серий, просто надо будет серий, наверное, 10. Мы будем просто восстанавливаться. Так, и кузницы надо восстановить обязательно. Ну да. Так, экстренная помощь. Да, давайте. Починим те города, которые нуждаются в экстренной помощи. На самый крупный город у нас весь камень уйдет. Ну, столицу тоже, да, надо однозначно. В первую очередь. Починим вот эти маленькие городки, потому что я просто их могу эффективно чинить. Ладно, на самом деле, я так смотрю, ну, не то, чтобы прям были тотально сильные. Нет, это я уж, конечно. Ладно, окей, разрушения не такие большие. Хотя разрушенные мосты — это хреново. Все. Не осталось камня. И вот эти все города мы должны будем отпочинить. Так, где-то у нас тут генерал высадился. Готов. Победа, отлично. Блин, а? Вот этого я боялся, конечно. Блин. Так, ладно, отмена операции. Пока высаживай. Отмена пока что вот десантной операции, потому что у нас тут еще восстанавливать и восстанавливать. Просто дохренище восстанавливать теперь. Давай сюда, кочевник. Иди. Так. Принудительный труд. У нас на самом деле проблема с уровнем счастья. У нас уровень счастья не... Надо провести соревнования. У нас появился... У нас был уровень счастья повыше. И где-то у нас появился копей. Новый. А.
Я вот тут вот забыл тоже починить. Я уже не знаю, где этот новый копейщик. Появился новый копейщик. Вот этот, наверное. Да, судя по всему, вот этот. Окей. Появился и появился. Так, ну что, давайте поторгуй. Давайте будем торговаться. Так, камень и железо нам потребуется. Ну, в первую очередь, конечно же, камень. Всем посылаем открытые запросы и будем на все подряд соглашаться. Нам нужен камень, нам нужен железо. Купаем всю карту просто. Родос вот сидит там на своих запасах и никак. Все, я всем послал открытые запросы. Ну, посмотрим. Давайте ход. Сейчас у нас отток по населению будет, конечно. Возможно, из-за уровня счастья. Хотя, может, и не будет. Так, давайте сразу итог. Сразу итог. Так, предложение сделки. Ну, давайте, в принципе. Я все, в принципе, на все согласен. Потому что мне очень нужен камень и железо. Да, там некоторые условия сделки практически кабальные. Так, в городе Лилия почему-то количество жителей нравится. Что там людям нравится? А, типа вот это вот. А, нифига себе, 20-50 всего лишь камня. Даже лесной не хватает. Ладно, сейчас на следующий ход мы получим. Да, и поврежденные объекты начинают меньше производить ресурсов. Но это плевать, на самом деле, плевать. Главное, что мы починили эти самые. Так, а я не понял. А мы... Воюем, что ли? Мы что, с Далидой воюем? Да нет. Мир у нас с Далидой. С Далидой мир. Мир, дружба, жвачка и все остальное. Проблем. Так, ладно. Так, каменная. Камень. Нет. Грунтовая, грунтовая. Ты же с городом Баргала соединен. Вперед. Давай-ка пока вот что мы сделаем. Отправим сюда флот. Перевезем вот этот, вот этого копейщика еще. Вот этот-то пускай тут остается. А вот того мы перевезем. Ой, блин, тут же еще. Страдали. Ребятюшки мои. Да, и тут я забываю. Просто ужас. Огромная империя уже не уследишь. Нормально уже не. Так. Вот еще. Вот еще. Ну ладно, окей, хорошо. Так, ход. А, ну спартанское воспитание. Ну, можно их дополнительно, давайте, еще оттренируем. Разведка и дисциплина. Ну, маловато за 20 зуб. 10. По счастью. Что у нас по уровню счастья? Да, там где... А, ну это рынки рабов. Нет, это рынки рабов уменьшают. Вон, страх. Страх очень. Или... Ну-ка перебросим сюда войска. Получим. Все-таки гарнизон там появится.
городская страж плюс 20. Ладно, он еще не пересчитал. Давайте. Ход. Ладно, ничего, сейчас у нас по эти самые. О! Ордийское царство высадилось. Так, я согласен. Так, Церамия получил улучшение госслужбы. Отлично, хорошая работа губернатора, да. Ясного. Так, уничтожаем. Отлично. Победа, молодцы, очень классно положили. Так, теперь у нас каменоломня заработала, плюс мы должны были получить самые камни по договорам торговым. У нас 120 камня. Так, частично какие-то города я все-таки успеваю. Да. Но в целом нам нужно очень много камня. Просто очень много камня. А у нас такого огромного количества камня просто нету. Так, все, этот наконец-таки восстановился. Солдатик. Этот тоже, окей. Так, здесь мы... Да, все, тоже восстановились. Тут тоже восстанавливаем. Извините, мои жители, что нету у меня возможности кухать. У меня просто физически нету камня. Мы стабильно у нас проблема с ресурсом, поэтому тут еще и землетрясение. К сожалению, просто нету никаких возможностей. Так, давайте сразу итог. Да, согласен. Так, продолжаем. Войска. А, я могу отличить ты, посаги пит. Да, давайте. Отличим ты. Так будет просто проще. Быстрее. Так, тут все отлично. Так, тут. Каменная. Грунтовая. Окей, так. Поселенец, маршрут до города Арила. Вперед. Да, прокладывай, пожалуйста. Так, тут, окей. Здесь чинимся, тут. Все хорошо. Так, передвигаемся сюда, здесь. Все, ребятки, восстановились. Просто отлично. Вот это я забываю. У медика нету. Он долго чинит. Так, про флот забываем. Так, город. Давайте какой-нибудь крупный город починим. Вот Эпитофион. Вбухаем деньги в то, чтобы хотя бы один вот крупный город починим. Один крупный. Так, у нас... Да, давайте соревнования проведем. Разведка, новый юнит Пельтаста. Да, и плюс 10,2. Уровень счастья не очень высокий, к сожалению. Так, новый юнит Пельтасты. Где они у нас находятся? Пельтасты. А у нас Пельтастов-то миллион. Как я определил. Какой из них где находится? Вот этот, мне кажется. Нет, это был.
Ну, сначала надо перебросить в Ковалу из Китая. Вот этот был. Этот тоже был. Этот, что ли? Да, вот этого не было. Ну, окей, хорошо. Давайте ход. Наверное, уже последний. Да, последний. Просто ждем, когда сколько у нас накопится камней, и просто весь вбухиваем в починку наших городов. Но это, ну, как бы понимаете, да, что это означает? Что противник укрепляется, восстанавливается. Ну, в общем... Так, пора снова попросить камень и железо. Открытые запросы. Мы все мы их будем принимать, естественно. Какие бы там... Опять-таки, да, понимаете, мы своими ресурсами делимся. Железо, кстати, нам... Вот, мы своими ресурсами делимся, они там армию на эти ресурсы наклепывают. То есть, не, ну понятно, как бы, что у нас... Нам-то уже, скорее всего, будет все равно, то есть компания усложнится, но не будет это критичным для нас. Неприятно. Неприятно. Так, хорошо. Что у нас? Давайте какие-нибудь небольшие города. Так, ну вот отлично. Даже три города мне удалось получить. Три. Значит, у нас осталось раз, два, три... 4, 5, 6, 7. Это Саркватиль. 8, 9, 10, 1, 13. 14. 14 городов. Когда мы их будем чинить? Как мы их будем? Я не представляю. Так, здесь нам надо основать город. И Танос. Если что, основание стоит очень дешево, потому что руины города уже есть. За счет этого основания стоит города дешевле. Так, тут все окей. Так, флот. Да. Так, чинь флот. Чиним войска вот здесь. И еще где-то тут. Тут вот выбит пони. Здесь. А, тут мы уже все. Окей. Фу, так, ну что? Да, ну вот это, конечно, землетрясение, блин. Оно подкачало. Так мы уже захватывали вот этот остров. Этот остров мы бы уже захватывали. Может, даже бы захватить успели. Но видите, какая... Ну, непредвиденная ситуация, и все бывает. Мы играем в том числе вот с таким рандомом, да. Так, ладно, давайте. Что у нас, значит, по итогу? Да, это площадь нашей страны. 246 785 километров. Население 4 761 178 человек. Мощность армии 37 406. И экономика у нас 598 508 чего-то там. Итоги. По общей победе мы 84%, Ордийское царство 5, Родос 3, Новая Македония 2, Дарида 1, все остальные по нулям. Развитие страны мы на 75%, Ордийское царство на 47, Родос на 20, Библики на 18, ну все остальные меньше. И превосходство технологий мы на 66%, Ордийское царство 49, Родос 40, Библики 26, Кикония 22, Олимпиера 16, ну все остальные... А, ну и Дарида еще 16, все остальные 15. Так, у нас сегодня, по-моему, исторический повтор. Не особо тут, конечно, он интересный. Но тем не менее.
Не, ну мы можем полностью уже увидеть как бы Новую Македонию, да, в какой-то степени. Но у нас все еще есть проблема с тем, что мы на остров-то не перешли. Было бы интересно посмотреть вот там уже захват этих островов, все такое. Ну ничего страшного. Да, ну в общем, вот это вот, конечно, видите, землетрясение, но у нас камня не хватает. А нам же еще, чтобы захватывать города, их же надо будет чинить, особенно там экстренные, если будет. В общем, нам потребуется там камень, железо. Ну, камень-то, ну, в общем, камня не хватает. Камень слишком дефицитный ресурс. Причем я его выкупаю у всей карты. Просто у всей карты я выкупаю. Просто вся карта не имеет камня. Просто тотальный дефицит камня по всей карте. Потому что я у всех остальных фракций-то его покупаю. Ну, понятно, что там, может, кто-то не совсем там делится полностью. Но факт остается фактом. Есть возможность полностью выкупить... полностью выкупить камень. Там я его выкупаю. Но все равно, видите, как не хватает. Сейчас все города надо прочинить. Ну ладно, на самом деле, не то чтобы это прям была такая гигантская проблема, то есть... У нас, благо, кузницы, ну, то есть не кузницы, pardon, а вот эти каменоломни, да, они все прокачаны там до тех самых, до железных, до каменных дорог. В общем, максимально они третий размер имеют эти кузницы, каменоломни. Так что они нам камня приносят много. Так что потихоньку-полегоньку мы там каждый ход, видите, 1, 2, 3 города чиним. Еще, наверное, думаю, что за следующую серию, наверное, мы все посвятим восстановлению. И я думаю, что к тому времени мы уже, ну, вот за следующую серию, я думаю, что мы закончим. Мы быстренько несколько ходов прошлепаем и закончим. И закончим восстановлением. И потом пойдем уже захватывать острова с Новой Македонией, потому что надо заканчивать с Новой Македонией, потом перебрасывать войска и готовиться к большой войне с Ордийским царством. Большой войне с Ордийским. Интересно, а может и другие интересные территории продали или нет? Интересно. Да, и вот мы пошли уничтожать Ордийское царство. Даже не верится, что вот эта вся огромная территория, все это наша. Дарите, конечно, повезло, что они так успели восстать и скачить. Ну, вот таков итог, друзья. Ну все, давайте на этом заканчиваем. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Не забывайте, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на ВК, ссылочка в описании. С вами был Дода. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.